Всем здравствуйте! Вот пришла я наконец-то в цветник. У нас маленько поменялись планы. Я не хотела его трогать. Вот он у меня в таком запущенном виде. И я не хотела его пока трогать, пока мы все тут, ну, не переустроим. Будет совсем все по-другому, будет зонировано. Вот. Но так как погода вносит свои коррективы, очень редко выпадает хорошая погода. Естественно, времени на все не хватает. Делаешь первостепенные посевы, посадки. И уже надо картофель садить, уже надо готовить место. И поэтому цветник у нас отодвинулся. Не знаю, на какое время. И так как, чтобы он не сильно зарастал, я решила сегодня вот посвятить ему первые часы работы. Вот в таком он виде сейчас. Почему-то я ничего не вижу. У меня то ли я на солнце снимаю, то ли что. Вот мои инструменты любимые. Это, конечно же, малый плоскорез Фокина. Перчатки. Вот такие прорезиненные перчатки. Вот. Ну что еще? Секатор. Вот такая рыхлилка. Очень удобная вещь, я про нее говорила уже. Ну, веерные грабли и ведро, соответственно, куда я буду делать сорняки. Вот я уже начала, дорожку делаю. Итак, сейчас я буду проделывать такую работу. Буду все маленечко так освобожу от сорняков. Уже пионы вот сходят хорошо. Ну, постараюсь участок этот убрать до обеда. Хотя работы много, конечно. Я не думала, что так все затянется. Но, как говорится, не мы уже себе хозяева, как погода нами рулит. Знаете вам, какая у нас в этом сезоне земля после зимы? Вот, посмотрите. Все покрыто прям мхом. Зеленый вот такой налет. И он такой настолько плотный, что рыхлить очень трудоемко, очень. Я вот по возможности стараюсь, мне осталось немножечко. Я, конечно же, результат покажу вам. Вот, я уже подхожу к самому концу того, что запланировала до обеда. У меня получится только половину территории убрать. Но ничего, начало положено, как говорится. Потом это все и доделается. Вот. Как говорится, не прошло и полгода. И работа сделана. Почти. Я сделала до половины, но чуть больше половины. Сейчас это выглядит вот так, более-менее благообразно. Вот. И как-то так вот, в общем, постаралась по возможности порыхлить. И, ну, почистить все как следует. И вот у меня растут заросли, сами насеялись. Вот такая виола. Ну, это как бы, наверное, родственница той виолы, хорошей, красивой. Потому что это уменьшенный вариант. Ну, в принципе, глаз радует также. И растет она ковром. Она сама насеялась. Вот, посмотрите. В принципе, неплохо. Пока она мне не мешает. Я решила ее оставить. Где она мне была не нужна, я ее удалила. Например, вот где птицемлечник тут вот у меня цветет. Вот такие красивые цветочки. Вот у меня рядочек идет. Вот. Отсюда и вот до сюда. И он тут, конечно, все было в этих. Вот в этой. Вонюткиных, скажем, я назову их мини. И вот я их там ликвидировала, конечно. Вот это уже второе ведро я набрала. Вроде бы такой участок небольшой. А вот, знаете, много времени ушло. Почти до обеда. Ну, мне еще одна мне приятная такая неожиданность. Это у меня насеялся водосбор. То есть, ну, аквилегия. Она у меня желтого цвета, сортовая.
Чисто желтый такой яркий насыщенный цвет. И вот я ее не подстригла с осени. Пустила так вот. Ну, просто некогда уже было. Не до того было. И я ее оставила так, как есть. С палками со всеми, с цветами соцветшими. И вот, когда сейчас начала убирать, думаю, что это такая за поросль? Главное, так интересно. Прям как будто посеяли рядком. Видите, прям рядочек такой. Я сначала думала, что это кислица. Она тоже немножко схожа. Она изначально зеленая, а потом она краснеет, буреет. Вот. Но потом пригляделась я поближе. Вот, вот особенно вот к этому листочку. Вот. Прямо и сердцевинка такая же. Как у аквилегии. Думаю, ну хорошо. Насеялась, я тебя, значит, размножать буду. Что у меня еще само тоже сеется из года в год? Это, конечно же, турецкая гвоздика. Вот так вот она то там выскакивает. Я, где она мне не мешает, я ее оставляю. В общем, как-то так. Остался у меня вот этот участок, но он... Тут проще гораздо, потому что тут сплошняком сорняк. Чисто прошелся по сорнячку. А там надо было, конечно, все выбирать. И цветочки оставлять, и между нарциссами. Везде все было, конечно, запущено, загущено. Ну вот, так что вот остался у меня вот этот участок. И после обеда я им и займусь. Закончила я. То, что запланировала. В итоге вот у меня что получилось. Ну, более-менее порядок какой-то. Сейчас. Вот. Извините. Авария. Упала. Моя грабля верная. Ну, так маленький обзорчик сделаю. Вот это у меня лилейник. Тут немножко тюльпаны желтые, кстати. Вот это мак. Я его посеял, он вообще двухлетка. Но вот он уже четвертый год растет. И там вот уже вот тут, там, здесь уже насеялся. Вот это у меня флоксы. Очень красивые. Вот два кустика разные. Я флоксы специально развожу разные. Ну, тут ряд ирис. Ирисов идет у меня. Ну, ирисы простые, фиолетовенькие. Там люпин, еще люпин розовый, а второй я забыла какой. Вот, погода, конечно, дождик идет, несколько раз уже принимался, он такой незначительный, я не уходила. Уже хотелось доделать, чтобы и потом уже все, как говорится, не возвращаться. Что еще хотела сказать, вот из-за погоды, вообще погода холодно-холодная или дождь. А у меня уже перерастает рассада земляники. Это именно земляника. Нет, земляника садовая, прям земляника-земляника. А душистая лукошка, вот видите, большая уже такая. Ее бы уже высаживать так-то по-хорошему. Ну вот видите, из-за морозов, ой, из-за морозов говорю, из-за холода, естественно, не получается. Ну, идем дальше. У меня тут музыка играет. Вот, там тюльпаны. Ну, про эти... Говорила я вам уже про это. Это у меня четвертое ведро за сегодня, или пятое уже. Завтра буду вот здесь немножечко. Ну, тут попроще, тут вообще... Так, пройтись, я думаю, за час я сделаю, хотя она очень большая, вот длинная, вот оттуда начинается, вот сюда поворот, поворот, и вот туда уходит, вон туда, к забору. Но это я так, мне такие масштабы нужны, я так попросила мужа, чтобы он мне сделал. Ну, здесь вот розочка, но она не померзла, она отрастает каждый год. Пиона, да, пиона видно. Покажу, когда будет расти.
Вот здесь барбарисик у нас. Наши ягоды годжи, так скажем. У меня муж очень любит их. Они кислые-кислые. А он их только так хрямкает. Ну, пускай это все. Это полезно. Ну, тут вот тоже тюльпанчики. Вот там я уже говорила. Аквилегия. Там она носилась. Ну, и вот я сделала пиончики, обрезала сухие, старые. С прошлого года веточки, которые были. Вот, порыхлила. И на днях буду, наверное, подкармливать я хлебное это с подкоркой, похлебкой. Буду готовить, покажу, как я ее готовлю. Ну, а подкармливать просто под корень полить и все. А, вот здесь у нас было дерево, была ирга. Вот отросток от нее. И все равно она даже уже опять с цветочками стоит. Просто она была очень-очень большая, и она все притеняла. Ну, как бы в цветнике ирга мне не нравилась. Это так она нам досталась уже. Поэтому мы спилили так и будем делать декор какой-нибудь. Ну, в общем, вот так вот. Сегодня я поработала, уже вечер наступает. Вот. Небо вот такое, все мрачное. Солнышко было некоторое время. Вот. А потом вот так вот все заморочачило и все. И вот так вот и есть. Ну все. Всем пока-пока. Завтра буду работать на этой стороне. Ой, увидела, какой красивый этот. Сейчас покажу. Такой желтенький, такой красивый. Вот, посмотрите. Чем мне не виолочка, да? Вот прям прелесть. Очень хорошо. Ну все, а завтра обзор этой клумбы я сделаю. Но тут в основном нету ничего такого особенного. Вот как всегда. Вот виолочка кучкой ковром. Ну все, всем всего доброго. Пока-пока.